У програмі, по суті, голова Сумської обласної ради Володимир Токар. Наприкінці минулого року, в грудні, обласна рада прийняла рішення про юридичну перереєстрацію цілого ряду комунальних підприємств обласної ради у райони області. Тобто вони із Сум вийшли і тепер юридично вони зареєстровані в районах. Тепер міська влада надзвичайно ображається на таке рішення обласної ради і говорить про те, що це величезні втрати для міського бюджету. За що ви так Суми образили? Ну, давайте скажем так. Эти деньги из Сум никуда не уходят. Первонаперво. Я скажу языком цифр. Очень много предприятий, которые расположены на территории города Сум, это наши коммунальные предприятия. Это онкодиспансер, это детская областная больница, это областная больница. Значит, начну с такого фактора, когда... Мы знаем, какое положение у нас в онкодиспансере. Вот сейчас мы создали комиссию и будем думать, потому что надо делать, действительно, поднимать уровень, как бы сказать, нашего онкодиспансера, и депутаты на это согласны. Как-то надо подкреплять его деньгами и все. Мы обратились, даже первый момент был, когда мы обратились к городу, когда... Они получили транспортную поликлинику. Мы провели 4 совещания. 4 совещания. Попросили, что отдайте нам ее под поликлинику онкодиспансеров. 4 совещания провели. В конце концов, я сказал, больше я с вами не хочу разговаривать, потому что вы водите нас за нос. Сейчас мы отдали в областной больнице бывшую поликлинику. Да, делаем там ремонт для того, чтобы хоть как-то там улучшить обслуживание наших пациентов. Значит, в каждом нашем коммунальном закладе, будь то любое лечебное учреждение, до 50%, где больше, где меньше, в среднем, это жители города Сумы. Мы, депутаты областного совета, мы не делим людей на сумчан, допустим, жителей маленького района, маленького села. Они все жители нашей области. И мы должны относиться всем одинаково. Нет такой позиции, как в городе. Вот Сумы только и все. 2 года занимаемся детской. Что мы сделали в детской областной больнице? Поремонтировали все крыши, потому что стыд, позор, там текла крыша. Да? Сделали котельную новую поставили, нашли инвесторов, не потратили ни копейки бюджетных средств. Да? Договорились с ними, люди нам поверили. И когда там были перебои с Курском, единственное, у кого было тепло, столько, сколько по 25 раз в каждой палате, это в детской областной больнице. Значит, провели воду, которую, вы сейчас ужаснетесь, здесь 2010 года горячей воды в детской областной больнице не было. Мы это сделали. На следующий день мы планируем запустить вот эти все массажные процедуры, водные процедуры, для того, чтобы, ну, так как нам говорят врачи, что это очень эффективно для того, чтобы лечить детей. Вот это мы сейчас будем делать. Но хотя бы город сделал, хотя бы поасфальтировал дороги. Там ямы глубиной с метр. Должны как-то принимать участие? Безумовно. Безумовно, да? Это ж наши дети, мы их не делим. Мы решили перевести наши коммунальные заклады, перерегистрировать его и все деньги направить потом на улучшение материальной базы. Тобто закупить то, что говорят там главные врачи, какие-то там, где-то сделать ремонты, где-то купить какое-то оборудование. Потому что сколько мы обращаемся к городу, никогда в жизни никто нам не пошел навстречу к нам. Единственное, кто пошел к нам навстречу, это частные структуры. Вот Заяц Владимир Владимирович. Что мы сделали еще в детской областной больнице? Вы же, наверное, были там. Операционную сделали, да? Реанимацию сделали. Мы поставили новый флюорограф импортный, правильно? Который очень, ну, хорошего, дает хорошее качество. Мы занимаемся, а город в этом вообще не принимает решения. Давайте возьмем спорт. Практически в Барсе занимается 100% сумчан. Значит, детские и юношеские спортивные школы, у нас их 13. 95% занимается сумчан. На все про все мы на это тратим 200 миллионов гривен. А внесок в МИСКО есть? МИСКО практически нема. Мы хотели это сделать среди финансового года. Лично ко мне приходил Александр Николаевич Лысенко. Попросил, я
как бы сказать, вошел в положение. Мы договорились, что мы выведем в конце года. Если вы не верите, значит, спросите. При этом присутствовал Николай Алексеевич Клочко, наш губернатор. Пойдите у него спросите. Мы его ударили по рукам. А потом уже, когда мы начали выводить, пришел ко мне Лысенко с Липовой. Я говорю, так, Александр Николаевич, мы с тобой договаривались. Он не проронил ни одного слова. Я понимаю, что на него, наверное, начали наседать его однопартийцы. И он решил лучше вести себя вот таким образом, чем сказать по-мужски, что да, действительно было так. Потому что он сказал, мы подготовимся, сделаем все для того, чтобы город не пострадал, вы выводите, пожалуйста, эти деньги. Это, если вы мне не верите, спросите у Николая Алексеевича Клочка. И теперь после того, как мы перевели предприятие для того, что вот пошли у нас всякие пасквили, да, на что депутаты чуть ли не в карман ложат деньги. Так вот я ответственно заявляю, что мы это сделали для того, чтобы увеличить базу наших коммунальных предприятий, тобто больниц, потому что что самое дорогое у нас? Да? У нас самое дорогое – это наше здоровье, и мы будем этим заниматься. И депутаты, как никогда, одностайны в этом решении. Это за счет Минскрады, да, сделано, за счет бюджетных денег, за счет людских денег, потому что тут четко написано 50 тысяч и из бюджета города. Вот кто и дает право печатать вот эти вот пасквили? Поэтому мы никакой вины за собой не чувствуем и будем делать, как мы настроили. И я думаю, что люди увидят, пускай сходят в наши коммунальные заклады, пускай сходят в областную больницу, пускай сходят в ветеранский госпиталь, пускай сходят в детскую областную больницу. Просто инкогнито придите, вот вы как журналисты, и спросите, как там сейчас дела. И я же вам сказал цифры, какие деньги мы тратим на поддержание вот этого нашего хозяйства. Оно очень большое, но, к сожалению, наш бюджет намного меньше, чем бюджет города. Я вам скажу, что бюджет города больше 3 миллиардов, 3 миллиарда 100. И в 2018 году. И 544 миллиона – это на бюджет развития. Расскажу, куда тратятся деньги. Да. Спросите. Володимир Миколаївичу, зараз міська рада так вжила дзеркальних заходів. Да? Зараз тепер обласні підприємства виселяють із будівель, які належать міській владі, міській раді. Ну, давайте подивимося, кого вони виселяють. Стаціонар наркодиспансера, кого ми там лічили? Алкоголіків і наркоманів. Тепер ми лічити не будемо, пускай не ходять по городу. Кожен рік ми даємо там, чоловік 20 медсестер даємо із нашого медичного училища. Тепер ми будемо обезпечувати тільки свої. Там, у нас маса медичних учреждень, які ми повинні обезпечувати медсестрами. Говорят, что заберем это самое, 9 скорых помощь. Ну, заберите. Поставьте, сделайте с них, Александр Николаевич, сделайте с них маршрутки. У них и мало, хай добавит. Грустно для наших жителей. И люди должны понимать и знать, что они нанимают власть для того, чтобы они те деньги, которые платят люди в бюджет, тратили на развитие. И именно знали те моменты, куда действительно надо их потратить, а не туда, куда им хочется. Это не личные их сбережения, это деньги платников податков. И люди, наверное, хотят иметь в первую очередь, там, допустим, комфортный транспорт, комфортное медицинское обслуживание, лифтовое хозяйство. На ремонт лифтов тратится 250-300 тысяч. Новый белорусский лифт стоит 500 тысяч. И минимум он проработает, 25 лет он будет работать, да. Вот представьте, а те, что тратятся 250-300 тысяч, ну, может, один год поработает. Снова же укратнее, вот ты же поставил его, вот, купил на заводе, поставил его, завод тебе откат давать не будет. А запчастей со всяких вот этих самых манипуляций, естественно, есть откаты. 70% лифтов вообще можно закрывать. Мы вот это смотрим на это, да, но дело в том, что мы тоже будем поднимать вопрос. Перед тем, как погиб человек, дитина погибла. Я поднимал вопрос, посмотрел статистику. 70% лифтов уже не имеет права вообще эксплуатироваться. Куда смотрит наше городское руководство, когда они же тоже знают эти цифры и ничего не делают. Я вам скажу убийственные цифры. На плитку, которая является, я ее называю политическая плитка, на нее потратили в 2018 году 204 миллиона гривен. На лифты потратили 18.
Вот как вы думаете, для людей что лучше, чтобы лифты работали или плитка? Ну, плитку видят, да, и это электоральное уподобание. У жовтні і листопаді у нас половина міста мерзла, тому що не могли запустити котельню північного промвузла. Ну і, власне, я так зрозуміла, що питання вирішене так наполовину тільки на цей сезон. Що буде наступної осені? Чи бачите ви дії міської влади стосовно того, щоб цю проблему вирішити? От, смотрите, в эту проблему вник губернатор наш Николай Алексеевич Клочко. Он несколько раз ездил и в Кабмин, ездил в Киев и добивался. И величайшая роль, то, что эта проблема вырешилась, и в «Нафтогаз», и везде, это большая заслуга нашего губернатора. Значит, мы обратились к городу с письмом, чтобы они нам отдали сети, для того, чтобы мы уже договорились с инвесторами, для того, чтобы они построили одну потужную котельную на весь наш медицинский городок. Ну, мы так называем, термин такой у нас это, да, это чтобы госпиталь, областная больница, кардиологический диспансер, для того, чтобы люди, те, которые, ну, можно лечиться, когда нет тепла, да, это невозможно. Ну, человек нужен в комфортных условиях. Это очень такая хорошая экономия коштов, да, потому что... До сих пор у нас, мы попросили, чтобы передайте нам эти сети, и у нас уже есть договоренность с инвесторами, для того, чтобы они построят еще такую котельную, уже большую котельную, на вот эти наши медицинские коммунальные заклады. Ну, пока я... Не вижу ответа, хотя они им не нужны. Мы сами сделаем и никого просить не будем, и не потратим ни одной копейки из бюджета. В Сумах до сегодняшнего дня нет стратегии теплоснабжения города. И на сегодняшний день уже долги там катастрофически растут. На сегодняшний день по котельной северного промузла уже цифра дошла до 170 миллионов гривен. Дело в том, что областной державной администрацией и Сумской областной радой была сделана рабочая группа. Для того, чтобы то, что было в этом году, не повторилось в 2019. Но, к сожалению, ни один чиновник Минской рады, хотя мы их приглашали, ни мэр, ни заместитель, никто, хотя бы там начальник отдела по ЖКХ, никто не явился на это наше заседание, хотя мы их уже провели не одно. И поэтому мы понимаем и предупреждаем на сегодняшний день людей, что... Если дальше будет такое продолжаться, то ситуация будет еще хуже, чем была в 2018 году. И 20 февраля 2019 года областная державная администрация обратилась в правоохранительные структуры для того, чтобы о бездеятельности нашей мэрии именно по этому вопросу. Потому что это техногенная катастрофа будет. И потом мы будем кричать, руками разводить, а ничего сделать не сможем. Сани надо готовить с лета. На 2019 рік на житлово-комунальне господарство заплановано 379 мільйонів і 293, тобто майже 300, заплановано на благоустрій. Чи бачите ви ефективність використання цих коштів? Ну ви ж самі бачите, що таке благоустрій? Це ж опять та ж сама плітка. Це ж та сама плітка. Дивіться, зараз кричуще положення з сітями водоканалу. І на сіті, на ремонт і на обслуговування цих сітей виділяється 14 мільйонів гривень. Всього-навсього, так. Да. І 20 мільйонів на ліфти. Вот с этих сумм. Остальные все опять идут на, это сказать, плитка-лысинка. Что такое плитка? Плитка посыпется через 3 года, поверьте мне. Ну, я сам производственник, я понимаю, знаю. И тем более плитка невысокого качества. Я не знаю, сколько она там стоит, это надо посмотреть там, по документам, она же везде сейчас прозора, сколько стоит эта плитка. На вашу думку, чи можуть впливати на тарифну політику представники місцевого самоврядування? А вони якраз і вони ж тарифи затверджують, ісполком затверджують тарифи. Опять же, к тарифам треба підходити. От давайте ви спомнимо вибори перед місцевими в 2014 році були вибори. Помнимо, як лідер Батьківщини рисувала нам всякі ці самі графіки і розказувала, як можна зробити тарифи. Я бы ее хотел бы пригласить сюда, пускай приедет. И как раз у нас тут, как раз ее политическая сила тут в городе имеет и депутатский корпус большинство, и исполком, и все руководство, все коммунальные заклады. Пускай приедет и расскажет. Я считаю, что если подходить с умом, в любом частном бизнесе, вот я сколько работал, да,
Первым делом я всегда искал, где сэкономить, и для того, чтобы себестоимость продукции была дешевле, первым делом найти, где сэкономить на энергоресурсах. В моем понятии заместитель по ЖКХ – это тот человек, там, у мэра должен быть, да, зам, тот, который знает, где какая труба лежит, который знает все. Его пьяного, больного, дурного подняли, и он знает, где что у него находится. Понимаете? Все. И как реагировать, Ситуацию. Да, на ситуацию. Вот такой должен быть зам по ЖКХ. Про него понять, почему люди не протестуют, и, ну не то, что не протестуют, не смотрят. Вообще, не вымогают от влады для того, чтобы она работала именно на людей, потому что не ихние деньги, все должны понять, что тратятся деньги, которые платят люди, и они имеют право потребовать эффективной работы. Є бюджет розвитку, є 3 мільярди бюджету міського. Приїжджають інвестори, приїжджають посли, приїжджають делегації зарубіжних країн. От як вони оцінюють наше місто і його перспективу? Ми зустрічаємося з Миколою Олексійовичем, із інвесторами. І перше, що ми їм обіцяємо, ми обіцяємо їм підтримку. Якщо десь якийсь чиновник, ви ж розумієте, там же ж треба круг цілий пройти, буде где-то там вам вставлять палки в колеса, что-то там не так требовать. Вы сразу к нам идите, сразу к нам, мы сразу все это подправим. И люди просто верят нам, вот этому символу безхозяйственности, романтики. С одним инвестором разговаривал, который сказал, что я готов построить тут такое здание, которое у вас в жизни не было, найдите пути для того, чтобы это принадлежало как бы моей компании. Я вам через 5 дней тут будет десант. Я говорю, там с фундаментом проблемы. Это, говорит, не ваши проблемы. Это человек, который строит 1 000 000 квадратных метров по городу Киеву, чтобы вы понимали масштабы. А про какую сумму инвестиций тут и шло? А им, я сказал, 80-100 миллионов. Он говорит, это не вопрос. Он говорит, дело в том, что для меня это символ безхозяйственности. Да. А что можно было бы тут заработать? От инвестора, какие планы у него были? Да, что можно было все что угодно. Можно было гостиницу сделать суперсовременную, можно было сделать там, я не знаю, какой-то торговый комплекс. Я не знаю, что там. Мы просто не говорили. Если мы уже пошли дальше, он говорит, я готов построить вот такого здания, которого тут в жизни никто не видел. Ага. И когда я пришел к мэру и к первому заму, я улыбался, думаю, сейчас они ухватятся за это. Они сказали, да не, подожди, мы сами сделаем. Я говорю, как вы сделаете? Лет за пять. Мы уже выделили 20 миллионов. Мы сделаем это здание. Они сделали внутренние работы. Я не знаю, опять, наверное, отмыли денег. А посмотрите, что ничего не поменялось. И сейчас они его забросили. Кто за это ответит? Кто за это ответит, за эти миллионы? Тобто, доброй воли міської влади на це не було? Не було. Не то, що не було. Вони категорично в два голоса начали кричати, ми самі зробимо все. Давайте подивимося, какие последние инвестиции в город кто-нибудь вложил? Скажите мне, пожалуйста. Но кроме того, что там строят жилье, у нас там пан Федорченко и еще некоторые компании, больше никаких инвестиций нет. На определенное количество жителей должна быть школа, на определенное количество жителей должен быть садик, должна быть там площадка спортивная. Какие-то есть же архитектурные нормы. Если там построены 3 дома, значит, там должна быть школа, должен быть садик. Ну а как? Об этом же никто не думает. Почему даются такие разрешения? Для того, чтобы строить вот только дома и все. Стратегия такая. Никто не... Она хаотична і безпорядочна. Ми дуже багато говорили про недоліки у житлово-комунальному господарстві Сум, але тим не менше цієї неділі їхнє професійне свято. Я хотів би всіх працівників житлово-комунального господарства поздравити з їхнім професійним праздником. Самое главное сказать им большое спасибо, что даже в таких условиях они делают все возможное и невозможное для того, чтобы город работал. Пожелать им самое главное, то, что мы все хотим, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи. Должно быть полное взаимопонимание и взаимное доверие, тогда будет результат.